Грибалова, 2 класс. Город Мончегорск, гимназия номер 1. Георгий Рублев, памятник в Берлине. Это было в мае. На рассвете нарастал у стен Рейхстага бой. Девочку немецкую заметил наш солдат на пыльной мостовой. У столба дрожа она стояла, в голубых глазах застыл испуг. И куски свистящего металла смерти муки сеяли вокруг. Тут он вспомнил, как, прощаясь летом, он свою дочурку целовал. Может быть, отец девчонки этой дочь его родную расстрелял? Но тогда в Берлине под обстрелом полз боец. И, телом заслоня, девочку в коротком платье белом осторожно вынес из огня. И тогда, погладив ласковой ладонью, он ее на землю опустил. Говорят, что утром маршал Конев Сталину об этом доложил. Скольким детям возвратили детство, подарили радость и весну. Рядовые армии советской, люди, победившие войну. И тогда в Берлине в праздничную дату был воздвигнут, чтоб стоять века, памятник советскому солдату с девочкой, спасенной на руках. Он стоит как символ нашей славы, как маяк, светящийся во мгле. Это он, солдат моей державы, охраняет мир на всей земле.